say you love me, I say you're crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Привет, девчонки! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня Оля зовут, все еще. Принесли сегодня две посылки. Одну кое-что там недостающее, и вторая полноценная. Сейчас будем с вами смотреть. Я заказала посылку, я еще ее не сняла. И не сняла по какой причине? В общем, там недоставало вот этого товара. И получается, пока я туда-сюда, я ее уже открыла, чуть-чуть некоторые вещи попробовала, не все, сразу скажу, поэтому давайте смотреть вместе. Так, сразу скажу, кто мне задавал некоторые вопросы, как работает iHerb? iHerb работает без проблем. Вообще, когда вы обращаетесь в службу поддержки, работает все замечательно, все идеально, насколько я успела заметить. У меня бывало так, что у меня одна посылка терялась, мне вернули деньги через 2-3 дня рабочих. И было так, значит, что я заказала, а у меня здесь не положили один товар. А, нет, не к этой, к предыдущей, вот сейчас я вспомнила. Там, где я заказывала Smashbox, я вам показывала две помады. Я там еще заказывала блеск для губ. Вот. И, в общем, я обратилась, написала. Это, получается, как бы не совсем служба поддержки. Это вы после того, как вы заказываете, значит, товар. Не товар, а посылку. Когда она уже пришла, там написано, что некоторые позиции могут, если быть испорчены или отсутствовать, вы заполняете что-то вроде такой анкеты, указываете, значит, что именно недостает. Пожалуйста, только не обманывайте, потому что все равно никаким образом, я думаю, все это могут отследить, конечно же. Так, что у меня здесь? Вот. Я заказывала со скидкой от Лауры Геллер. Значит, вот такую вот, такой блеск для губ. Классный. Сейчас его уже, по-моему, то ли его разобрали, то ли его сняли. В общем, дорогущая помадка такая. А я ее взяла за 10 долларов. Что-то там были такие хорошие скидки. И я, получается, ее взяла. И я так расстроена была. Мне предложили, так, значит, цвет называется Blushing. Я ее сейчас ковырнула, она немножко отстала, сама коробка. Вот, ее предложили отослать или вернуть за нее деньги. Я хотела именно блеск для губ, в какой-то веке заказала, мне его забыли положить, поэтому я выбрала вариант, как бы, я жду сам блеск. Сейчас посмотрим. Ой, какой удобный аппликатор. Такой пяткой какой-то сделан. Сейчас накрасимся и будем снимать уже с ним. Ой, пахнет очень-очень нежно, таким карамелькой какой-то нежный, такой ненавязчивый, абсолютно приятный, не знаю какой. Не ощущается на губах, не чувствуется, что у тебя жир какой-то намазан. Я просто не люблю блески именно из-за этой причины. И того, что они липкие, волосы лепятся, в Саратове всю жизнь жила, у нас там, я не знаю, степь, у нас перекопанная, блин, вся, мне кажется, земля, и у нас очень много пыли. Идешь летом, волосы растрепаны, все это лепится, вот это вот пылище летит, прилипает к губам. Я это очень не люблю, поэтому я очень давным-давно использовала матовые помады. Давайте ту, которая уже открыта, я с вами поделюсь, расскажу мои впечатления уже о той, которая есть у меня. Во-первых, обожаю это средство. Я его заказывала много-много раз. Тут у меня уже половинка. Мне кажется, в новой посылке у меня есть новое еще средство, и потом я еще заказала. В общем, в составе это пальма сиреноя, которая помогает при андрогенной алопеции. Вот, потом, значит, здесь красный перец. Я когда наношу на корни волос, на чистые волосы, вот, голову я мою где-то через день, вот через день я ее наношу. Клевое средство, почему работает, вижу из-за того, что здесь красный перец, и когда я его наношу, я стою в этом облаке, в котором вот весь этот спрей, и я начинаю чихать, то есть он реально раздражает рецепторы. Хорошая штука, лучше, мне кажется, чем вот другая, которая идет в большем составе,
И она вроде как будто выгоднее, но она ничего не делает. Я ее, в общем, долго я ей пользовалась, я и в Америке ей пользовалась, я не почувствовала от нее никакого эффекта. Заказала я вот это средство. Так вот оно выглядит. Заказала две упаковки. Что это такое? Рассказываю. У меня много сейчас подписалось девчонок, которые тоже с аутоиммунными заболеваниями. В общем, я прочитала, что это средство хорошо помогает для тех, у кого рассеянный склероз. Это снимает воспалительный процесс в организме, потому что, когда говорю воспалительный процесс, сразу бывшего мужа вспоминаю, так он меня злил, я ему говорила, что у меня проблема какая-то со здоровьем, он только смеялся. Бросайте таких мужей. Вот, как это сделала я. И уезжайте в место, где вам лучше будет для здоровья. Вот, в общем, это средство такое с куркумином. Стоит оно недешево. $15, по-моему, за одну штучку я заплатила. Это на месяц, В общем, пока что на 2 месяца. И там где-то у меня еще третий месяц. Сказано пить минимум 6 месяцев. Здесь 60 таблеток. Нужно пить по 2 вот такие капсулы. Часть я какую-то из того, что я сейчас принимаю, я уберу. И буду принимать ее для того, чтобы понять эффект. Пить нужно, как я сказала, 6 месяцев, потом 2-3 месяца перерыв, можно опять начинать пить. В общем, это именно один из самых лучших куркуминов, который есть на iHerb'е. В общем, я почитала именно все девушки. Я напишу ссылку, внизу оставлю. Зайдете, почитайте, ладно? Потому что сейчас я вкратце, потому что у нас много чего нужно показать, рассмотреть. Я просто закинула вам удочку. Если вам надо, вы сами найдете, узнаете про это все. Потому что куркумин – это супер вещь, но она не усваивается очень во многих случаях. Поэтому вот это вот... препарат, у них здесь какая-то лаборатория, в которой они умудрились сделать так, чтобы этот куркумин, он как можно больше усваивался, всасывался и помогал, и, в общем, шел именно на то, что нужно. Следующее, то, что я взяла, уже не такое серьезное, это гель для душа с немножко скрабирующим эффектом. Здесь морская соль и водоросль келп. Pacific Kelp, короче, тихоокеанская вот эта водоросль Kelp. Очень приятный запах такой, свежий, абсолютно унисекс. Я люблю, конечно, вкусненькие запахи, я люблю, когда пахнет чем-нибудь цитрусовым или цветочный, нет, когда чем-нибудь вкусным пахнет таким, знаете, сливками, орехами, какими-то еще чем-то. Ну ладно, мне, в принципе, тоже вот это понравилось. Была по акции, что-то она мне обошлась в $2, мне кажется. Здесь 473 миллилитра, почти пол-литра. Вот, и хорошее средство, но, наверное, просто помыться, просто приятненький запах. А вот именно, чтобы именно воздействие было на кожу, чтобы был успокаивающий эффект, я вот от St. Ives брала в прошлый раз такой с дозатором, почти литр там был, с маслом ши. Вот он тоже классный, вот он не сушит, он прям увлажняет, успокаивает раздраженную кожу. Это тоже неплохой, но тот мне больше понравился. Я, кстати, не знаю, есть он сейчас на сайте или нет. Я как-то заходила вскоре, посмотрите, его не было. Я взяла мою любимую пасту, арахисовую вот эту вот. Я как-то лоханулась и взяла 2 пачки вот этой вот пасты. 2. Здесь, значит, ее долго не было, и я взяла поэтому сразу 2. Здесь только арахис и соль. Но мне нравится, как она на мне ощущается. Я просто вообще не очень люблю чувство помады на губах. Я прям очень сильно ее чувствую, я такая начинаю на нее отвлекаться. Вот, но пока что нормально. Я давно хотела блеск, ладно, пусть будет блеск. А то потом снимут, получается. И она, по-моему, стоит дорогущая, не знаю какая, $18-$20. Это я ее взяла за 10, может, даже еще скидка была. Поэтому я и говорю, вбивайте обязательно оба кода, если я даю какие-то 2 кода. Первый код обычно идет от самого сайта, второй, на всякий случай, мой, AMI0135. И он, знаете, я так запомнила, AMI0135.
Вот. Короче, и бывает иногда скидка делается какая-то дополнительная на косметику или еще на что-то. Хотя бы частично. Вот. Бывает, да, бывает, нет. В общем, эта паста мне не понравилась. Вот эта, которая органическая, 100% натуральная, самая-самая полезная, в которой только соль и арахис. Мне она не понравилась. Признаюсь честно, с большим удовольствием я ем вот эту вот, в которой присутствует тростниковый сахар. И немножечко пальмовое масло. Я надеюсь, его не очень много, а просто для того, чтобы вот это вот как-то все разбодяжить. И пальмовое масло пальмовому маслу рознь. А то, что продают очень часто в России, то, что чем заменяют вот эти вот молочку в мороженом, в сливочном масле, еще где-то, оно не самого хорошего качества. Они это, по-моему, добывают где-то там в Таиланде, во Вьетнаме. И это не совсем хорошее качество, это тоже там градация идет по качеству. То, что в Европу идет, оно немножко в Америку получше. Вот. Но я надеюсь, оно сильно не будет влиять на здоровье, потому что пальмовое масло может влиять на ваши гормоны, на ваши эндокринные процессы, на онкологические. Поэтому я ее и не хотела, я поэтому взяла вот эту вот, которая самая-самая должна быть хорошая, но, блин, она не такая вкусная. Вот это вот намного вкуснее, поэтому я ее оставлю, вы смотрите сами. Я обе оставлю внизу, смотрите сами, что вы хотите заказать, но вот это вот, я ее доедаю еле-еле уже, честно признаться. Она, конечно, полезная, но ее не хочется есть, а вот эту хочется есть ложками, хочется намазывать ее на хлеб. Забыла сказать, обе пасты, и та, и другая, они с кусочками орехов, вот такие вот они классные, мы уже с мамой ели, нам надо остановиться, потому что лето впереди, как бы пляж, надо себя в форме держать, стараться по возможности, мы все сидим дома, естественно, но все равно. Заказала я, значит, ягоду, вот эту вот сухую ягоду, как ее показать, здесь она непрозрачная, в общем, черешня Монмаранси. Вкусная, сладкая, но уж чересчур приторная. Если бы мне ее не было с чем сравнивать, я бы была в восторге. Вот такая вот. Сейчас подниму. Такая вот ягодка. Запах вкусный, хороший. Мне понравилось. Выгодно брать. Здесь и в этой, 140, 142 грамма. Были скидки, я взяла ее, что-то она там обошлась мне в 3, по-моему, или в 2,80 доллара. Честно признаюсь, вот это понравилось больше. Я ее съела всю, как видите. Не успела, в общем, оставить вам для обзора. Очень вкусная, почему? Потому что я люблю не приторно, я люблю, когда немножко кисленько. Вот. С кислотой вот это вот больше. Вот если вы прям любите сахарное-сахарное, что-то такое с чаем, с сладким еще все намешать, чтобы было все вкусно и сладко, то я рекомендую тогда вам вот эту. Вот это тоже очень вкусное. А сама ягода здесь показалась мне больше, здесь поменьше, здесь как будто именно черешня, а вот здесь вот вишня. Так, сравнить хочу. Хочу сравнить и постучать себе по голове, почему я раньше не взяла. А, в общем, батончики. Я сравнивала вот с этими вот испанскими. Эти я беру в Меркадоне, магазин Меркадона, за 1 евро. Здесь, значит, кисло-сладкие они с курагой. И йогуртовые такие вот штучки, в общем, в нем. Здесь что? Здесь батончик состоит прям, блин, из одного сахара, мне кажется. Когда я проголодалась, поэтому я его беру с собой. Вот он такой. Здесь тоже овес, здесь какая-то вот сладость добавлена, не знаю, что именно, какой-то сироп, возможно, мед вряд ли. Вот, и не знаю, что это такое взбухшее, в общем, может быть, это воздушный рис или что-то вроде того. Они неплохие, но мне не нравится такая приторность, это для меня чересчур сладко. Вот это стоит евро. Здесь 150 грамм, 6 батончиков. Вот. Вот эта вот штучка стоит на сайте, по идее, если брать без акций, 15 долларов. А я брала за 7,50, это в пробных образцах. Пока не закончилось, я вам всем советую попробовать. Это такая вещь, это что-то с чем-то.
Во-первых, значит, здесь 12 батончиков. За 7,50 все равно неплохо. Значит, здесь 6 разных видов. Каждого батончика по 2, по 2 штуки, в общем, положили. Это очень вкусно. Я вам прикреплю сюда видео. Посмотрите, как все выглядит внутри. Я уже штуки 4-5 съела. В общем, маме понравилось, мне понравилось. Очень вкусные. Вот так вот они выглядят. Если вы хотите взять отдельно пачку, то я вам советую. Я советую однозначно вот эту черный шоколад с солью и с орехами. А потом, значит, coconut almond. Это кокос и миндаль, и там все равно шоколад. Потом, значит, очень мне понравилось моча. Это что такое? Там не моча. Вот, не поняла, что такое. И peanut dark chocolate chunk. В общем, если честно, они не все понравились. Я говорю, самые вкусные, но если вы бережете фигуру, конечно, лучше брать без шоколада. Вот, все вкусные, очень много миндаля. И, значит, чай, мой любимый чай. Этот вот, значит, который мне положили, этот мой, который у меня уже есть. Люблю его, не могу. Лучший чай ройбуш, который я когда-либо пила. Почему? Потому что он с ванилью. Мне очень нравится. Еще в Америке, я помню, пробовала с ванилью и... с чем? С цитрусовыми. Вот, было очень вкусно. Здесь только с ванилью. Стоит $3.30 на сайте. $3.30. Я уже выучила наизусть, потому что я ее беру многократно. И как-то так получилось, что, в общем, мне положили вот такую вот, что здесь $1 скидки на следующий заказ. Вот. Спасибочки. Буду пить с удовольствием. Очень мне нравится. Хороший антиоксидант. Очень вкусный чай. Не содержит кофеина. Можно при любых, блин, мне кажется, болячках вообще. Так, шоколадка вот эта вот у меня. Это с жженой карамелью. Меня сложно угодить, конечно, уже после испанского шоколада. Испанского, немецкого. Вот. Неплохой. По сравнению с русским, идеальный вообще, просто бомба. А по сравнению, конечно, с тем, который я беру здесь в Лидле или в Альде, то мне уже даже испанский шоколад не очень нравится по сравнению с немецким шоколадом. Вот. Мне уже даже Valor не нравится. Я, кстати, Valor есть на iHerb, я тоже внизу укажу. Это испанский шоколад. Хотите, если никогда не пробовали, хотите попробовать испанский шоколад, насыщенный такой, горький, насыщенный, вкусный, и там его много, вот я укажу. Мне кажется, его будет выгоднее купить, чем вот Alter Echo. Еще мне больше нравится все-таки Chocolove шоколад с iHerb, чем вот этот вот. Нет, я все-таки разделю на два видео, потому что распаковка той посылки будет тоже очень много времени займет сейчас. Так, взяла я приправы. Кимчи я взяла. Будем пробовать. Не знаю, что получится. Я маму просто так уже зарядила на этот кимчи. Я болею просто Азией, я болею Японией. Японии я болела 6 лет, теперь я люблю очень сильно, изучаю, мне нравится культура Кореи. Вот, поэтому кто любит, обязательно попробуйте. Я знаю, много у нас в России любят Корею. Попробуйте, возьмите. Что это такое? Это сыпучее. И это нужно доготавливать. В общем, вы замачиваете пекинскую капусту, ставите ее, значит, вымачиваете ее в соли, промываете, ставите ее под пресс, делаете, как обычную нашу квашеную капусту. Она, значит, стоит 3-4 дня, как писали, я сама еще пока не делала. И потом вы, после этого времени, когда она все это отдаст, натираете этим всем, кажется так. А, ночь. Ночью вы выстаиваете, она у вас выстаивается в соленой воде. Отдает весь этот сок, становится такая, знаете, не жесткая, а очень-очень мягкая. И потом на следующий день вы это все натираете вот этими специями кимчи. Я только не знаю, сколько нужно добавлять, потому что я переживаю, я не люблю сильно острое. Вот, возможно, даже половиночку надо будет. И, в общем, все это там уже готовое, там все специи собраны, потому что состав для того, чтобы сделать кимчи, очень сложный.
У нас таких ингредиентов нету ни в России, по крайней мере, в европейской части России нету, и нету, уж тем более в Испании. Испания тут вообще, я не знаю, отстающая страна в плане международного обмена этим традициями и культурой. Вот, поэтому я заказала с Америки. И, в общем, у вас потом всем этим натирается капуста, 3-4 дня она выстаивается, и все писали, что очень вкусно получается и похоже на натуральный кимчи, и она должна быть такая, как наша бочковая помидора, помидора именно, потому что она должна быть немножко такая, как бы, как минерализированная, в общем, такая перебродившая получается, очень полезно, вкусно и хорошо для желудка, для пробиотической сферы в желудке и всего такого. И еще я взяла, значит, что тут? Чикен карри. Ну, там уже чикен, не чикен, мы сами определим. Вот, я знаю, что в Индии не едят говядину, но я, блин, люблю, поэтому, может быть, я и говядину попробую так сделать, или барашка. Ну, я пробовала из курицы, я здесь пробовала в ресторане индийском. Вот, мне понравилось. Здесь много, она жидкая, выглядит вот так. И это стоит $2 каждая. И она вот такая вот мягкая уже паста готовая. Вы ее просто берете. И я вот когда-то делала. Значит, вы это смешиваете со сметаной. И в этом во всем у вас бурлит, кипит, варится, жарится ваша курочка, грудка там или что. И все это впитывается. Тоже самое главное там это, смотрите по остроте. Что, как вы любите. Я острое, сильно острое не люблю. Я люблю слегка острое. Я люблю, когда это пикантно, но никогда это вырви глаз. И последнее, что я здесь взяла, еще не пробовала. Готовлюсь морально. Я готовлюсь морально долго, чтобы покраситься. И готовлюсь морально, чтобы сделать себе бронзер. Вот. Загорать я сейчас не загораю. У меня не очень хорошая дружба с солнцем. Вот, неприятные ощущения. Поэтому я хотела попробовать бронзер какой-нибудь взять и посмотреть, что будет. Вот, у девчонок я посмотрела очень хорошие отзывы. Заказала тон глубокий бронзовый. Посмотрим. Написано, высыхает за 60 секунд. Я не хочу, конечно, мазюкаться так, чтобы потом мне испортить всю мою одежду. Если это какие-то лосьоны с медленным загаром, я боюсь, что я потом испачкаю постель и все остальное. Я поэтому взяла что-то вот такое. Здесь она, в общем, такая вот штукенция идет с дозатором в виде. В общем, потом вы выдавливаете, у вас пенка. Вот, все хвалили. Стоил, по-моему, $13. И вот эту взяла я, так и быть, разорилась, варежку от Сент-Тропе. Все самые лучшие, конечно, таннеры, как это, автозагары от Сент-Тропе. Поэтому я думаю, что они знают в этом толк. Я ее еще не открывала. Внутри она такая вот непромокаемая, чтобы ваши руки не становились оранжевыми, и вы ей, получается, помогаете себе наносить, разносить по всему телу. В общем, как я проведу эту процедуру, обязательно вам отчитаюсь, расскажу. Мне самой очень интересно, что получится, потому что мне надоело ходить бледной. Вот, хочется что-нибудь такое. У меня мама вечно, вот стоит ей немножечко позагорать, она ходит потом весь год просто как шоколадка. А я прям бледнолицая, не знаю какая. Вот, поэтому посмотрим. Все, это был весь заказ, значит, предыдущего раза. Сами поняли уже, что произошло. В общем, отправили они мне ее тут же, безоговорочно, без проблем, на следующий же день эту помаду. Не стали мне там брать отдельно за доставку, за то, за сё. Все вышло бесплатно. Уже потому, что это было раньше оплачено. Я уже раньше, получается, оплатила за нее и за пошлину. Потому что сюда, в Европу, я заказываю с пошлинами, я их оплачиваю. А, вот, и они мне просто ее довыслали. Наверное, тут указано, что бесплатно. Вот. В общем, да. Ничего тут не указано. По гадус. Ну, написано, что уже уплачено. И приятно было с вами поболтать. Сегодня 8 марта. Желаю всем замечательного дня. Любви вокруг, много цветов. Любимого мужчины рядом. Заботливую семью. И чтобы все ваши близкие были здоровы, счастливы и радовали вас. Пока-пока!
made it obvious. Everyone I made it.